Для шестерых воспитанников детского дома с диагнозом ДЦП сегодня провели бесплатные операции в Таразе. Такое стало доступным в рамках международного научно-практического семинара по проблемам детской ортопедии, прошедшего в областном центре. Операцию проводил профессор из Литвы, ортопед-травматолог Санюкас Кистутис. Как известно, инвалидизация по неврологической и ортопедической патологии занимает второе место в структуре детской инвалидности в Казахстане. Выездное лечение в зарубежной клинике для детей-инвалидов сопровождается значительными материальными и моральными трудностями. Поэтому благотворительный фонд BI Жулдызай проводит диагностическо-консультативные мероприятия. Таким образом, при помощи фонда проведено 94 операции, проконсультировано 1194 человека, а 1094 ребенка успешно прошли реабилитацию. С мая 2016 года вместе с общественным фондом «Домом мамы» или иначе общественный фонд «АНАИ» мы начали проект именно по детским домам Казахстана, где находятся дети с ограниченными возможностями, которые иногда порой являются статусом сирота, где необходимо им также оказывать медицинскую и реабилитационную помощь. На данный момент мы осуществили 20 выездов по всему Казахстану. Было оказано около 1253 ребенка получили консультативную помощь. Именно из детских домов это более 1046 детей, имеющих социальный статус различного уровня. Жамбылская областная детская больница в прошлом году подписала меморандум с благотворительным фондом BI Жулдызай. С тех пор совместными усилиями они традиционно проводят обучающие семинары с привлечением иностранных специалистов. На сегодняшнем семинаре своим опытом поделился травматолог-ортопед профессор Санюкас Кистутис. Вы имеете 18 тысяч больных с церебральным параличом. У нас ведь сейчас мы очень мало. Это есть и программа лечения, и хирургического лечения там есть очень мало. И главное, что еще, дети большие, им ничего не делали. То если их всех заоперировать, то это работы хирурга на 15 лет. Но у нас, как мы начинаем с 3 лет там хирургия, то они до 8 лет уже встают на ноги и так далее. Если ты начинаешь 8-10 лет это делать, это уже поздно. Сегодня профессор бесплатно провел операции шестерым деткам. Также силами благотворительного фонда BI Жулдызай организовано более 50 мастер-классов с привлечением зарубежных профессоров. Для обучения отечественных врачей были приглашены специалисты из России, Литвы, Израиля, Испании, Китая, Чехии и Англии. Валерий Татаренков, Дулат Шекпамбетов, 77 News.